Обратно поедем из Коска другой дорогой. А я помолчу. Гуляем. Здесь просто выезд очень неудобный. Я все время забываю, что здесь с первого въезда не выехать. Поэтому сейчас пока по стоянке окрестности посмотрим. Уже вечер. Вот это дальше там идет очень дорогой район, очень дорогой. Там такие дома. То есть сюда переехал Вашингтон. И здесь, конечно, вообще дома, там замки просто. На другом конце города есть Минардс. У нас их два в городе. Что-то строят. Кривые дороги, я не знаю, мне кажется, для того, чтобы, наверное, не разрушать предыдущие пути или какие-нибудь дома, и чтобы ничего не перестраивать, с места на место приходится переезжать. Небо красивое, да?
нас. Мы ездим новыми дорогами. Сейчас еще одну дорогу покажу. Сейчас проедем немножко через центр города. Что такое закат?
Вот это наш конгресс-холл. Экспоцентр. Наш центральный фонтан. Парк Централ Сквер. Это 66-я дорога. Она считается историческая, связанная с рок-н-роллом, с Элвисом Пресли. Американцы прям вот любят ее везде. Она проходит мимо нашего города. И здесь столько музеев, столько всякой лабуды. Ой. Наш маленький такой кинотеатр, он небольшой, у нас есть побольше кинотеатр, но неплохо, мне там нравился. Он такой более традиционный, как в России. А вот второй у нас кинотеатр прям такой огромный, там ты сидишь и еду заказываешь, то есть и официанты ползком такие, пригибаясь, к тебе идут, чтобы не мешать зрителям. Закончился центр города, но мы дальше поедем этой же дорогой параллельно.
по 66-й улице, все понятно. А потом она превращается в Колледж-стрит. А, все, я поняла, почему она мне нравится. И почему здесь ничего не работает. Она вообще не рабочая. Да, вот сюда вот в парк надо в этот сходить. Здесь она заканчивается, и там начинается другое название улицы, College Street. Угу. Интересно, почему она переименована. Все понятно. Это я хоть узнала. Да, и она совсем пустая. Так, поехали. Стоп. Все. Все, вот на том светофоре, значит, она заканчивается. Так, а я по...
заканчиваю пока. Угу. Все. Ну и все. Прогулка закончена. До следующих встреч.